Приветствуем всех, с вами интернет-супермаркет «Твоя покупка», и сегодняшний видеообзор будет посвящен маршрутизатору или же Wi-Fi роутеру фирма Zyxel Kinetic Light 2. Это модель данного маршрутизатора. Вот такая вот коробочка, в которой приходит он от производителя. Здесь все русифицировано. На русском языке все написано, также на украинском. Можете почитать здесь основные характеристики, преимущества данного маршрутизатора указаны прямо на коробке, несмотря на то, что внутри есть инструкция. Также производитель выделил, что с помощью данного Wi-Fi маршрутизатора можно смотреть IPTV и Smart TV, Wi-Fi 300 мегабит в секунду с преднастроенной защитой, не режет скорость для тарифов до 100 мегабит в секунду, и также встроен Яндекс DNS, это блокировка опасных сайтов. Давайте покажу вам теперь сам маршрутизатор. Так. Тяжеловастенько немножко достается он из коробочки. Ну, нам это по силу. Мы его все-таки достали. Вот еще внутри внешней такой коробки лежит еще одна коробка, которая предназначена для защиты при транспортировке маршрутизатора. Ну и так он компактненько упакован. Давайте покажу содержимое. Сам маршрутизатор. Также в комплект входит все это, коробочка пустая, я ее уберу, чтобы она не мешала нашему видеообзору. Входит блок питания маршрутизатора. Вот он так вот выглядит. С таким разъемчиком. Потом, сейчас давайте еще покажу интернет-провод. В запаянном пакете, длина у него больше метра, где-то 1,5-2 метра. И инструкция. Инструкция с гарантийным талоном. Так, на коробочке указаны продукты, кратенькая информация. Вкладыш с оборудованием этой фирмы. Ну, это далеко не все оборудование. Наверное, топ-модели. Это также будет вам, дорогие друзья, доступно. И вложена инструкция по применению. Она, книжечка, довольно толстенькая. Ну, здесь все, что нужно. О данном маршрутизаторе все описано. Написано нормальным человеческим русским языком. Здесь с картинками. Подробные инструкции. Вам будет легко настроить. Все. Так, ну и также гарантийный талон. Смотрите внимательно, если вы покупаете в других магазинах. Я вам напоминаю, как и во всех видео, чтобы он был заполнен. Внимательно читайте, чтобы совпадали коды, серийные номера. В нашем магазине мы за этим тщательно следим. Так, ну и вот, друзья, открою, покажу вам сам Wi-Fi маршрутизатор. Давайте я сейчас чуть положу здесь. Вот такой вот маршрутизатор. Он обклеен пленочками. Здесь также кратенькая информация для потребителя.
основные преимущества выделены. Ну, на коробке я вам уже рассказал о них. Также сзади информация о производителе. Как вы видите, он русифицирован полностью. И вот внизу даже, сейчас я поднесу ближе, ну, я думаю, вам на таком расстоянии будет видно, сфокусирует камера. Написано, что кнопочка сбрось, домашняя сеть, 4 порта выхода, интернет, вход, питание. Также и кнопка включения, выключения. Подключать просто, вставляете разъем папу в маму и блок в розетку. Подключаете провод интернет и выходы на компьютеры. А Wi-Fi, соответственно, раздается на, уже на ноутбук или на любые устройства, которые могут подключаться к интернету. Ну, как я вам уже сказал, у него 5 разъемов. Скорость LAN-портов 100 мегабит в секунду. Скорость Wi-Fi 300 мегабит в секунду. Есть поддержка IPTV. Две антенны. Они несъемные. Поворачивается на 180 градусов, что одна, что вторая. Это вполне достаточно, чтобы всю комнату у вас или частный дом обвить Wi-Fi сетью. Также функции безопасности у данного роутера — это межсетевой экран, SPI с защитой от DOS и DDoS атак, блокировка доступа в интернет на основании MAC-адреса, IP-адреса, URL, TCP, UDP портов, встроенный интернет-фильтр, Яндекс, DNS. Вот вам еще раз покажу его, чтобы вы увидели. Чтобы не только поток текста вам был с информацией, но и вы визуально смотрели, как выглядит данный роутер. Здесь, кстати, также вы видите под лампочки, получаются такие выделения. Это кнопочка питания, потом здесь порты с 0 до 4, Wi-Fi, датчик и датчик сети. Есть. Также технология Link Duo есть у данного роутера. Возможность подключения к интернет-провайдерам, предоставляющим услуги на базе VLAN. Возможность назначения нескольких дополнительных физических WAN-интерфейсов на порты встроенного коммуникатора. Аппаратная поддержка IP-телевидения, TV-порт. Беспроводной интерфейс у него есть I3E802.11n, родительский контроль. Также есть SkyDNS у данного Wi-Fi роутера, то есть можно запретить доступ к порносайтам вашим детям, если нуждаетесь в таком. Так что смотрите на это. Слушайте, читайте, если вам нужна эта информация. Данный Wi-Fi роутер поможет вам в этом и с этим справиться. Ну, он служит прежде всего для надежного и удобного подключения вашего дома к интернету, сети провайдера, его сервисам. Как я уже сказал, к нему можно подключить множество компьютеров. На этом все, друзья. Я вам еще напоследок покажу его, покручу медленно, сзади, сверху, везде антенны. Покажу еще раз. Слаживаются они так вот, разлаживаются. Наиболее точное описание мелочи, там, если вам очень важно, вы смотрите у нас на сайте, в текстовом описании. Наши сотрудники должны добавить текстовый обзор данного Wi-Fi роутера, что
очень удобно людям, которые любят не только смотреть видео, но и все видеть в текстовом варианте. На этом все. Давайте вот так вот пододвину, чтобы вам было видно комплектацию его. Спасибо за внимание. Рад был вам представить данный Wi-Fi роутер. Если вам понравился видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, вы будете в курсе всех новинок, событий, а мы для вас этим временем будем стараться снимать новые видеообзоры и радовать вас комфортом, качеством и новыми гаджетами. На этом все, до скорых встреч, всего доброго, друзья!